Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня я начну проходить игру под названием Resident Evil Revelations. Почему ее? А потому что скоро выходит вторая часть, и я решил на своем канале пройти ее. Буду выпускать по две серии в день, буду играть на обычной сложности. Давай, начнем. Да, думаю, быстренько, за пару дней я ее пройду. Будет отлично. Играю на геймпаде, играю на средней сложности. И, по-моему, стандартный русификатор, ну, да на самом деле. Ну, что там, Барри плывет. Среднеземное море. Эй, Джиль. Джиль. Это здесь Барри толстый. Очень сильно. Невероятно. The Queen Zenobia. Королева Зенобия. Как эта штука только еще держится. Сделай круг, нам нужно удобное место. Нужно найти удобное место, чтобы. Бла-бла-бла. Будет по эпизоду серии, получается, так как она здесь разбита как бы сериал, так и буду выпускать. По эпизоду. Бесы. Крис и Джессика пропали 94 минуты назад. Однако их последние координации указывают на то, что они как раз на этом судне. Та-да-да-дам! Что, Барри со мной идет? Идем. Найдите Криса. Найдите Крису. Оу. Жил ты в порядке. Да, вполне. Попробую его отстрелить. А у меня, подожди, должен быть нож. Вот. Ага, отстрели. Эконом не надо, девушка. Так, ну, собственно. А ну его мне. Заброшенное местечко. Смотрите, какой-то зомбак. Идем. Нет признаков жизни, но они, кажется, здесь не одни. Мы или они? Кто они? Монстр! Эй! Постой! Кажется, мы здесь не одни. Прикалывайся, идем. Кто-то в вентиляции шарится. There's blood coming from the ducks. Эта рука, я никогда не видела такой мутации. Смотри, эта рука явно показывает мне fuck you. No power. Нет электричества, значит, лифта тоже не будет. Я так. Так, ну, понятно, что это. Дай мне свой пистолет, у тебя покруче. По-моему, у тебя кольт. Да, у меня Беретта. Обыкновенная Беретта. Никогда не видел таких мутаций. It's not working. Конечно, не работает. Это шахта лифта. Так, кто там? Монстры! Выходите по одному. Сопли, сопли, сопли. Так, и... Ух ты, крысы! Надо убить одну. Блин, они убежали. Закорочено. Короче, не работает. The power still works here. Потому что это автомат. Ну да. Хотя да. Здесь есть источник энергии.
пуш. Пушаю. Ну, толкаю. Не толкается. Патроны. Красная коробочка. Какой же ностальгический момент был только что в этом ящике. Так, мертвый человек. Его лицо полностью разбито. Джилл, попробуй это. Пробуем. Не хочу это пробовать, но мне вкусно. Гнево. Подожди, сейчас. Сейчас попробуем что-нибудь. Так, тут пятка. Ладно. Паркер, give me a hand here. Паркер под... А, так это не... Бу, это не Берри, это Паркер. Забыл. Извиняйтесь. Берри-то во второй части Revelation. Пистолетос. I got something. I think it's a gun. Now what? Кажется, это ствол. Прикол. Сейчас чей-то пенис достанет. So, it's not Chris. А вдруг это Крис? Че так долго смотришь? Да, не знаю, ну, пошевели как-то. Рука! Монстр! Зефирина в этом. Как это? Зефирина у него было вместо языка. Да ты умирай уже. А теперь ты умри. Ай-яй-яй-яй-яй, уйди. Уйди, не трожь меня. На. Давай, помогай мне, Паркер. Добивай эту хрень. Теперь ясно, почему пропали наши ребята. Нехорошо это. Где же ты, Крис? Мне как-то... А, это только первое начало первого эпизода, так что я думал, конец. Отлично. Эпизод первый в пучину. К Путину. Давай продолжаем. Сохранение контента на ваш компьютер. Игра успешно сохранена. Вы можете нести больше... нанести больше урона. МТС спецрепортаж. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures known as bioorganic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. А чё, прикольно. Ну, правда, они город уничтожили, курортный. Following the incident,
The FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. Тут не надо догадываться, чтобы понять, что сами запустили вирус, сами его уничтожили. And a sense of calm and security is finally returning to the people. Да вы что? А сколько там погибло-то людей, а? As you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that Bioterra poses for people around the world. Тебя туда запустить сейчас. О'Брайен. А что вы здесь делаете? Мне врач прописал физические нагрузки. Думаю, вы оба знаете, что такое фикибе оценила ваше тело. За последние недели не берет. Стало, блин, выбрасывать... А, нас за последнее время выбрасывать какие-то странные трупы на берег. Вот так вот. Думаю, Фибика сможет с этим разобраться. Надо русификатор нормально настроить. По-моему, это стандартный. Его не поправляли даже. Руководство по сканеру. Так, не помню, что такое сканер. Вот. Исследуем какашку. Анализ завершён. Исследуем следующую какашку. Какашку. Обнаружен материал. Давай, I'm getting something материал. From inside it. Там что-то есть. Давайте поднимем. Careful now. Теперь осторожно, не волнуйся, мне это не впервые какашки двигать. Нифига себе, как кулина. Давай, доставай. I've got something. Тут что-то есть. What is this? Разная кулка. If it's an engineered mutation, this could prove a link. I'll run some tests on this. Continue with the investigation. Смотрим, что у нас есть. Следуем следующей какашке. Я знаю, что тут исследовать, я проходил эту игру. Давно, как она вышла. Но не на этом 3DS, я не рехнулся покупать эту фрик. Дорогущую. Говорю, графона даже нет. Я не марил. Эй, какашка, блин, не двигаться! Стоять, не двигаться! Стоять, блин! А, им спать надо стрелять. Спать! Говно в унитаз! Фига себе, какашка сбунтовалась. Спадил. After Raccoon City, this must be a cakewalk. I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? Нужно 100%. Кто может возвращаться? I see you two are okay. Их тоже можно взять. Ну да, я тебя застрелю. Ох, бомбануло. That smell must have ruptured from gas. Christ, what a mess. О, боже, какой квадратик. Я не знаю, что это прочитал. Как-то не нужно. Вот. Фибика. Налет был совершен на это место. Так, я знаю, что какашки еще там. О, смотрите. Какашица. Вон она там, я ее вижу, честно. Я знаю, что еще здесь есть. Пасхалочки есть? Пасхалки нет. А, есть. Прошлогодняя газета. Это первая статья, в которой БОО. Давай. Да ты что? Gather some more samples from the carcasses on the beach. Ага.
все понятно. Что ни хрена не понятно. Так, сколько у меня уже процентов? 82. Упс, что-то можно подобрать. Гранату. Как ей пользоваться, потом разберемся. Еще последний кусочек остался. Кусочек. Какашечки. Нельзя повторно делать. Сквитие показало, что последний вкус не сквитие. Это здесь. О! А, если уровень анализа достиг 100%, вы получаете предмет для лечения. Получаемый уровень будет снижаться, если анализировать врагов одного типа. Я собрала достаточно образцов. Хорошо, передай их мне. Встретиться с О'Брайеном. О'Брайен! Я несу тебе твои образцы, какашек. А, как я мог про тебя забыть? Какулечка. А, открывай свою пасть уже. А, я знаю, что мы можем гранату кидать. Так как нам кинуть тебе гранату? А, я могу ее анализ сделать. Анализ кала. Вроде неспешно. Как тебе кинуть? А, вот. Да ты никак не сдохнешь. У меня гранату просто. Все, она сдохла. А берег можно? Нет. Вот это все, весь ее можно ходить так и так. All in a day's work for you two, eh? All right, enough chit-chat. Get that sample data to me. Патроны. There you are. Nice work. Ну вот, хорошая работа. На трупах видны признаки вирусной инфекции. Как-то подозрительно легко они миновали блокаду Фибика. Фикибе. Мы могли сделать, что мы не могли сделать. Фикибе, блин. Это засекретно. Да, блин. Это я. Ага. Что? What the fuck? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Jill, Parker. You two are still on the case. What happened? Что случилось? Мы потеряли связь с Крисом и Джессикой. When? Когда? Как? Зачем? Мы не знаем их последние координаты на ваших терминалах. Сигнал пропал под океаном. Над океаном. Я думаю, они находятся в горах. Судя их Щеп. Я возвращаюсь в штаб. Вы возглавляете поисковую операцию, короче. Вы оба будете, да? Есть сэр, сэр. Субтитры ненавижу. Королева Зенобия. Думаешь, твари добрались до Криса и до Джессики? Надеюсь, нет. Никто ведь не говорил, что Крис погиб. Да давай наконец найдем его. Кто-то открыл дверь! Позволит резко повернуться, вам клавиша чмек и чмек. Пойдем посмотрим. Эй, чё лагаешь?
Ты слышала? Это замок. Я проверю. Поняла, я сообщу по рации, если замечу следы. Ты чё тормозишь, блять? Извиняйтесь за мой французский. Чё тут? Крис! 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 On, давай, скажи что-нибудь. Крис, я нашла Криса, но он заперт. Ты можешь вызволить его оттуда? Нет, здесь крепкий замок, мне нужен ключ. Хорошо, тогда давай найдем его. Ну, имеется в виду ключ. Сначала я вниз хочу спуститься. У вас все нормально, это какая-то хрень. А, похоже, здесь тупик. Отлично. И дальше. И поднимаемся. Опа, права. Исследовать здесь нечего. Так, монстров пока тоже я не вижу. Здесь ни хрена. Вот, можно что-то найти. Находка. Патроны к пистолету. Здесь вот постоянно нужно делать такое. Надеюсь, во второй части не надо будет страдать этой херни. Мне не шибко-то понравилась такая фишка. Нужно оп, исследовать все постоянно. Все, больше ничего. Где-то монстр. Я его слышу. Вот, он здесь. А теперь убивать. Зарядимся и убьем его. Да не убьем, я сказала, не прицелимся. Вот. Давай свою бошку. Да. Чтоб ты сдох. Ай-яй-яй-яй-яй. На тебе. По щам. Чем не умирает? Исследовать какашку можно? Анализ завершен. Здесь больше ничего нет. Ну, есть ящики. Скрываем. Ничего. Так. Патроны к пистолету. Отлично, какая-то находка. Здесь больше ничего нет. Патроны к пистолету. Оп, пусто. Так, можно развернуться. Интересная тень. Отсюда дует холодный ветер. Оп, потому что. Так, закрыта дверь, изображен якорь. Якорь мне в жопу. Закрытая дверь. Закрыта. Зеленой надписью. Открыта. Подождите, исследуем. Хедшот, бабу убили. Почему они решили ее убить, не знаю. Ну, разработчики имею в виду. Что-то еще лежит. Ага, достаточно. Пойдем убьем монстра. Ой, тогда их несколько. Начнется мудодень.
Так, один есть, готов. Да как? Пошел в баню. Умри, скотина. Джилл, что происходит? Я нашла выжившего Би. О, добралась до нее. Кто она? Я все еще пытаюсь понять. Это блондинка с большими сиськами. Ключ от отсека экипажа. Кьюзи. Так, она похожа на члена экипажа, знает другое. Паркер, I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Let's try it out. I'll meet you in the Chris's room. Да, жалко, не так. Так, как-то надо съесть аптечку. Как же и тут есть. Как есть сраную аптечку? А, Игриком. Так, патрончики взял, отлично. Она не похожа на члена экипажа, она из другой организации. Иди сюда. Отлично. Целебную травку. Отпечаток найден. И что-то еще. Патронный пистолет. Отлично. Так, здесь дверь не открывается. Там патроны лежат. Ну и черт. Умирай, скотина, умирай, умирай. Все, растворился. Проходит дальше. Открыто. Где начинается? Блин, вылез. Отлично, ну так убери это. Козой. Ну где хедшот. Так, что у нас еще есть? Патроны больше к пистолету не понадобятся. Дальше. Закрыто изображен якорь. Так, здесь больше ничего. Пришел удостовериться в этом. Хотя показалось, что это есть. Ручная граната. Масло, ручная граната, горчичница. Дует ветер. Ну ты тварь. Иди в баню. Хедшот. Так надо его еще просканировать. Все, сдох. Отлично. Идем дальше. Да твою ж мать, сколько вас? Спаунер. Хедшот.
дальше, идем дальше, идем дальше. Полит, да сколько вас тут? О, можно что-то сделать. На! Красиво. Марихуану положила я в карман. Джилл! Ну уже, давай, мы должны помочь Крису. Крис? Чпок. Ты подделка! Что это? Черт, это ловушка. It's time you learned the truth. Пора вам узнать правду, мисс Веритай. Люк. Эпизод 1 Фучино. Конец. Так это был только эпизод? Блин. Вот, конец. Только сейчас. С. То был чекпоинт, извините, в следующий раз будет подольше. Все, сохранить. Да. Маханулся. Забыл уже, насколько тут эпизодов идет. Все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте все комментарии, лайки. В следующий раз будет эпизод эпизодом. Пока.